Привет, что делаешь? Да так, Reels смотрю. А как, через VPN? Естественно, а как еще? А что есть такое? А ты знала, что когда подключаешь VPN, твои личные данные находятся под угрозой? Да? Блин, а как он может быть опасен? Что такое? Что не так? Когда ты подключаешь VPN, для передачи информации используется стандартное шифрование. И злоумышленники могут их заполучить, когда ты переходишь по незнакомым ссылкам. Блин, не знала. Окей, буду осторожней, спасибо.